Сегодня хотелось бы вспомнить такого замечательного британского писателя, репортера, стенографа, как Чарльз Джон Хаффен Диккенс. Родился он 7 февраля в 1812 году в городе Портсмут. Это один из крупнейших портов Англии. В общем-то, в ничем не примечательной обычной семье. Его мать была домохозяйкой. Отец был средним чиновником в ведомствах британского флота. Он был вторым ребенком в семье, но первым мальчиком. То есть он как бы был первым наследником в семье, что впоследствии сыграло с ним злую шутку, скажем так. В общем, рос в многодетной семье, была семья довольно дружной. Отправили его поначалу учиться к одному из знакомых в город Чатам, но это долго не могло продолжаться по той простой причине, что когда отец перебрался в Лондон с некоторой частью семейства многочисленного, то все-таки столичная жизнь требовала больших расходов. Отец будущего писателя жил непосредством и в результате оказался в долговой тюрьме. Он там оказался вместе с супругой, а поскольку Диккенс был старшим из его сыновей, Чарльз был старшим из его сыновей, то он был обязан по законам того времени выходные проводить вместе с отцом и матерью в долговой тюрьме. В связи со сложившимися обстоятельствами Диккенс рано стал работать. Он устроился на фабрику по производству ваксы. Работал там реально за копейки, конечно, британские. Все свои деньги он отдавал на то, чтобы пытаться погасить долги отца. Но здесь отцу несказанно повезло. Умерла его одна из его родственниц. И, как оказалось, у нее был скоплен некий капитал, благодаря чему все семейство с долгами расплатилось. Отец Диккенса вышел в отставку и даже получил некий пенсион от флота британского. Так что вот таким чудесным образом были решены проблемы большого семейства Диккенсов. Работу на фабрике маленький Чарли оставил, но потом его устроили уже в подростком, 15-летнем возрасте, в одну из адвокатских контор. Клерком, продолжил образование свое, но уже в возрасте 18-19 лет понял, что это ему не интересно абсолютно, хотя, конечно, там была перспектива карьерного роста, но судопроизводство, адвокатская вся эта деятельность нисколько не привлекали молодого человека. Он тянулся к литературе, но начинал он как репортер, и довольно-таки быстро его заметили. Пригласили в газету Morning Star, тогда в Лондоне это было известное издание. И он очень быстро стал узнаваемым репортером. Поскольку детство у него было трудное, то он был легко вхож в самые низы. Он хорошо знал обитателей трущоб лондонских, там умел находить с ними общий язык. Это и в творчестве ему в дальнейшем, конечно, пригодилось. Так что с большим интересом его современники ждали его новых статей, в которых он взывал, так скажем, к совести аристократии. Он тогда писал о том, что через образование и культуру нужно поднимать, так скажем, народные массы, образовывать их, показывать, что жизнь — это не только тяжелый труд, что это должны делать правящие классы, аристократические в том числе. Потом он во всем этом разочаровался с возрастом. Но, так скажем, вот эти все его репортерские изыскания впоследствии позволили ему издать уже сборник очерков, очерки Боза, и это было середина 30-х годов 19 века,
А в 1937 году увидели свет запикские пиксельского клуба. Вообще, это должны были быть короткие заметки под карикатурами и рисунками известного в то время британского художника Роберта Сеймура. Но причинам, независимым от Диккенса, подобная работа так и не вышла. Пришлось искать другого художника, а Диккенс настолько увлекся Самуэлем Пиквиком, это главный герой этого произведения, что все это стало уже отдельным самостоятельным произведением, просто с иллюстрациями, но они уже зашли на второй план. Здесь стоит отметить, что популярность Пиквика и пиквикистов обусловлена тем, что это было подписное издание, то есть раз в месяц выходили определенные главы, да, на которые можно было подписаться, и они приходили вместе с почтой, с газетами. То есть, скажем так, Диккенс держал своих читателей в напряжении, да, в предвкушении получения новых глав. Это действительно было для лондонцев и вообще британцев очень важно. Тоже Диккенс, он многое сделал для того, чтобы разнообразить свое произведение. Посещал, допустим, дома для умалишенных. Так в записках появилась глава «Записки сумасшедшего». Посещал известные и нашумевшие судебные разбирательства. Также это нашло отражение в книге. Ну, в общем-то, это была просто такая дань уважения старой доброй Англии, ее человечности, какому-то юмору, потому что Самуэль Пиквик – это исключительно романтик. Это человек, который, несмотря ни на что, ни на какие невзгоды и преграды жизненные, несмотря на свои странности, все равно не терял веру в людей. Здесь можно провести параллель Самуэля Пиквика и его слуги Уэррелла с тем, что это как Дон Кихот и Санчо Панса, только на британский манер. Книга очень интересная, в ней много афоризмов, которые сейчас в ходу в Британии, и вообще это написано очень живым, интересным языком. Так что уже буквально первый серьезный роман Диккенса сделал его популярным. Работал он очень много, особенно когда женился. Вот, у него было 7 братьев и сестер, а детей у него было аж 10 человек. Дети частенько болели, и супруга его требовала каких-то там, да, нарядов. И вообще жить в роскоши – это нормально для жены писателя, известного уже не только в Британии, но и в Соединенных Штатах, и в России Диккенса узнали очень рано. Поэтому семейная жизнь как-то у него не очень сложилась. И уже в серьезном возрасте он просто ушел из семьи, сошелся с одной 18-летней актрисой и просто тихо доживал свой век, скажем так, потому что, как он сам признавался, все эти семейные неурядицы отвлекают его от работы. А писать ему приходилось очень много, потому что ему требовалось много денег для того, чтобы содержать свое многочисленное потомство. Что интересно, Чарльз Диккенс не сидел на месте и много путешествовал по Британии. Он был прекрасным чтецом, обладал некоторыми актерскими способностями и сам читал на публике свои произведения. Он исколесил практически всю Британию, но при этом он как бы вспоминал о том, что это помогает ему выискивать новые типажи, какие-то новые сюжетные линии. Знаете, так интересно было бы представить, например, Федора Михайловича Достоевского, который, разъезжая по городам и весям, в базарный день на площадях читал бы страждущей публике о том, как Родион Романович Раскольников, например, старушку топориком-то того. Впрочем, вернемся к Диккенсу. Он действительно был незаурядной личностью, незаурядным талантом, который работал на износ, но некоторые странности, конечно, его поражали современников. Так, один из репортеров, друг Диккенса, вспоминал о том, что Чарльз часто жаловался ему о том, что герои, с которыми он беседует, его литературные герои, часто отвлекают его от работы, из-за них он впадает в состояние меланхолии,
И поэтому он иногда просто бродил по Лондону несколько часов в день, чтобы отвлечься от своих героев. Он часто испытывал чувство дежавю, результатом чего становилось то, что его головные уборы были просто растреплены, он теребил их в руках. Так что сам Чарльз понял, что лучше отказаться от головных уборов, потому что ну, постоянно их тоже покупать. Он не видел в этом смысла, когда условно вам шляпа хватает на 3-4 дня. Ну, лучше уж тогда совсем отказаться от любого головного убора. Он впадал в состояние транса. Он иногда замыкался в себе абсолютно. При том, что у него были да, свои какие-то приметы, он обязательно выпивал стакан воды после 50 написанных строк. Это происходило по свидетельству очевидцев автоматически. Он всегда спал головой на север, исключительно на север. В общем, это была действительно незаурядная личность. Ну, позже, конечно, и его биографы, скажем так, уже после кончины Диккенса, все-таки склонялись к тому, что он был склонен к некоторым психическим расстройствам. Ну, гению простительно, знаете. А Диккенс путешествовал не только по Британии, но однажды оказался в Америке. Он вообще, конечно, ждал очень многого. Это все-таки республика, новая страна, где действительно он, как писатель, реалист и романист, все-таки надеялся, что это будет новая ступень в развитии человечества. Но нет, он разочаровался в Штатах. Это, конечно, хорошо называться республикой, но когда республика заточена под несколько крупных работорговцев и рабовладельцев, то наша старая добрая монархия выглядит куда как милей лично для меня, писал Диккенс. В принципе, он работал практически до конца своих дней, оставил после себя богатейшее наследство. Что говорить, если он при жизни стал самым популярным, самым называемым британским писателем. Экранизация его произведений начиналась практически сразу с кинематографа. Так, например, за Пиксельского куба были сняты первые еще в 1913 году. И позже неоднократно снимались вновь. Ну а мне хотелось бы поподробнее в качестве примера остановиться на книге «Дом, Бей, Сын». Здесь вот это вот уже крупная буржуазия английская представлена в таком ярком гротескном свете. Домби, мистер Домби, это главный герой произведения. Домби и сын — это контора, которая продает, покупает, перепродает, играет на лондонской бирже. В общем, мистер Домби старший, он заточен исключительно под то, что нужно зарабатывать деньги, копить, приумножать капиталы. Его сын интересует его исключительно как продолжатель его дела. То есть Поль, это хочет он того или нет, он должен быть как минимум не хуже, чем сам мистер Домби. А также у торговца есть дочь Фрэнсис, но она его абсолютно не интересует, поскольку дочь, она выйдет замуж, идет в другую семью, и хорошо, если вдруг удастся выдать ее удачно замуж за человека с капиталами, а если нет, то это исключительно убыток. Так что здесь раскрывается множество семейных драм, и ну, бизнес, который ведет Домби старший, он различен. И здесь, опять же, описываются работные дома, британские трущобы, и вот эта вся несправедливость и социальная невозможность человека, даже если он добр душой, если у него пытливый ум, как-то вырваться, выбраться. Здесь гротеск именно в том, что ну, слишком бросается вот это вот скряжничество, сквалыжничество Домби. Очень хорошо показана добродетель британская в лице Фрэнсис, да, вот эта вот неустроенность Поля, который, в общем-то, не всегда хочет продолжать дело отца, у него есть какие-то свои устремления, свои желания и цели, но все это поставлено как бы на второй и третий план, поскольку главное —
Это продолжать дело, это продолжать копить. К сожалению, для старшего домби жизнь преподносит ему горький урок, что деньги – это, конечно, важная составляющая жизни человека, но не самое главное, потому как в конце книги Поль, в которого было вложено много со стороны отца, для его образования, да, для продолжения дела, он погибает. Дочь выходит замуж за моряка и порывает всякие отношения с отцом, да и его близкие компаньоны, скажем так, тоже оставляют в стороне домби старшего, практически у разбитого корыта, но это очень все увлекательно описано в красках, с живым таким языком. Где-то, да, возможно, гиперболизировано, но это только добавляет красок в характеры героев произведения. И вообще, это замечательная книга в плане описания быта Британии первой половины, ближе к середине 19 века. Это очень увлекательно написано. Так что, если вам вдруг станет интересно, чем же жила старая добрая Англия середины 19 века, приходите в библиотеку, читайте книги, классику, это всегда интересно. Благодарю вас за внимание.